Прививку от COVID-19 сделали сотрудники администрации Доходаевского района. Это более 50 человек. Вакцинацию проводят врачи районной поликлиники. До начала процедуры каждый пациент прошел обязательный врачебный осмотр и заполнил анкету о состоянии здоровья. После введения вакцины не менее 30 минут находился под медицинским наблюдением. Для правильного хранения препарата предусмотрено необходимое морозильное оборудование. Прививочная кампания в муниципалитете продолжится. После очередного обследования на антитела вакцину смогут получить и другие работники.